Хейо, гейсер нажимайки, мы продолжим проходить игру под названием Секира. Окей. Как я сказал, там у нас до хера макак. Поэтому что мы делаем? Да, либо купим эмблему духа на все, что есть у нас сейчас. Вот это. Купить эмблему духа. 18 штук. Да, го купим. Все равно, что мне? А что мне? А что мне? Чтобы деньги зря не терять. Сейчас быстро спустим. Хотите, можем сходить, вы посмотрите. Все равно, что нам терять. Все равно, что мне терять. Мне терять нечего. Погнали. Я попытаюсь, если я смогу, убежать оттуда. Я точно помню, что тут будет две макаки. Ха. Это довольно странно. А тут никого. Значит, идемте дальше. Так, нужно смотреть, чтобы я ничего не упустил. Чтобы я ничего не упустил. Я думал, что тут макака будет. Но можно сходить. Ее нет. Но она же только что была здесь. Так, не обращай на него внимания, поприветствовать его. Ты. Что? А, Синоби. Слушай. Я наконец-то увидел ее. Не Семисяной. Играла женщина. Она Семисяной. Я видел ее только издалека. Но сразу понял, что она... прекрасна. Хоть и не имела видное видение. Ах, надо было спросить. Так, не меня ли она ищет? Но не успел я упомянуть, как она исчезла в тумане. Окей. Так, значит. Идол можно оставить. У нас есть ямка с вами теперь. У нас есть с вами семечка, семечка, семечка. В скобочках нет. Потому что я дурачок. Мы же бусинку нашли, а не семечку. Так, окей. Что у нас дали? Мне нужно по ее следам идти, которые она раскидала в виде бабочек. Так, вижу там петуха. Вижу я петушка. Так, вижу там проход есть. Вижу дорогу вниз. Не знаю, что он делал, но я думаю, он бы врагам сказал, где я. Если бы мог говорить. Эй, послушай. Если тебя видеть Будды, убьешь ли ты того, кто против него? Того, кто против Будды? Да. Тот, о котором я говорю, прячется в заброшенном храме.
Что дальше по пути? Он откуда-то окутал деревню темным туманом, чтобы одурачить селян. В заброшенном храме? Да. В старом здании. Дверь может быть заперта, но на втором этаже должна быть дыра. Хорошо, полезная инфа. Блин, я вижу тут туман, да. Но здесь снова же много куда можно пойти. То есть давайте я сначала, наверное, наверх пойду. Твоя птичка. Дрожжи. Вот понимаете, просто здесь много вариантов, куда теперь я могу пойти. То есть я могу туда вниз пойти. Я могу не вниз пойти. Рептилии, что ли? Я могу туда пойти. В эту сторону. Давайте идти так, чтобы я потом не заблудился. Чтобы я вообще не заблудился. Даже так. Даже так. Хорошо. Ты дух? То походу либо дух, либо нет. Одно из двух. Так, я видел здесь предмет, раз валяется. Где-то там еще что-то видел. Мрачновато место. Ой, там кажется безголовый этот призрак. Да призраки, слышите? Окей. Фу, блин, ну вы больные. Фу. Ой. Мое сердечко. Фух. Это было страшно. Я думал, он еще живой. Ну нихера себе. Странно то, что я убиваю их тем же мечом. Так, один укус. То я убиваю их одним и тем же мечом.
Я просто не хочу нарываться на большое количество толпы. Лучше по-тихому, так спущусь, перережу их. Они пипец как зомби. Это стрёмно, ребят. Не, это серьезно, это вот эта локация стрёмная. Я понимаю, что игра не хоррор, но все равно страшно. А, то есть я не могу захватиться, да? А, я понял, куда ты стреляешь. Откуда? А, понял. Все, понял. Вы сами видите, что тут происходит. Повсюду призраки, волки. Мне просто помогает это звуки. Звуки выпрыгивания их. И все. Я слышал хорошую музыку. Я музыку услышал. Тут призраки. Тут логово призраков. Не, я здесь все облутаю. Но это все равно сложно. Ну, не сложно, а страшно. Мне страшно, да. Мне страшно.
О, это который ядиком пуляет там. Ну, который не ядиком, ну вы поняли. Это, короче, чел, который. Вот пугай. А откуда они вообще взялись здесь? Я же переубивал всех, перерезал. Значит, еще один кто-то здесь был. Мне интересно, что там спрятано. К здоровяку этому сейчас не пойду. Во-первых, там обезьяна мешает, а во-вторых, там обезьяна-лучник. Ну, который с пушкой. Обезьяна с пушкой. Вот это с кем я хотел бы в последнюю очередь драться. А, так вы постоянно воскрешаетесь, ё-моё. Где? Это жестко. Плюс они потом появляются заново. Я понял. А, точно, мне через верх нужно идти. Вспомнил. Монах. Страшно. Страшно. Вы видите их? Я их тоже не вижу. А вот они мне засаду устроили.
Вот я их тоже не вижу. Как мне наверх попасть? Видите, типа их не видно. Их было больше. Я слышал больше. Да, места жутковато. И главное, он говорит. Я тогда не понимаю, куда мне идти. Изначально я подумала как-то на дерево. Но он там ни за что цепляться не хочет. Так и тут не хочет. Что я не... немножко это... Мне нужно туда. Но не вы мне туда не попасть. А как? А, вот там вижу проход, хорошо. Подождите, Серьезно? Давай, короче, меня теряй. Я сейчас перелечу. Я попытаюсь тебя убить. А не вы, не вы. Ну, он тоже ядовитый, да? О! Стой. А, я понял, класс. В чем херня? Херня в том, что она не падает. Можно попытаться. Можно попытаться его убить. В принципе.
Либо не. Далее не. Парня чуйка хорошая. Давайте я схожу тут, посмотрю, что есть. Вот тут что-то есть. Наверное, либо опять эти. А не, дрожжи. Пожигу я дрожжи, сюда поставлю. Нихрена у меня дрожжи. Хорошо. Шо, поехали. Так, сейчас сделаем вот так. Поехали. Ну, давай, давай. Да, хорошо. Давай. Хорошо. Дальше, дальше. Отлично. Ага. Воу! Тихо. 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 Готово. Дальше, 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 дальше. Воу-воу-воу! Два удара он должен делать. Легко. Легко. Легко, легко, легко. Ну, чтобы больше врагов не было, или как бабочка, которая вызывает этих тварей.
кусочки. Так. Тут еще что-то было, да? На крыше, кажется. Если я не ошибаюсь. Наверное, скорее всего, не ошибаюсь. Или ошибаюсь, я не понял. А, я помню тут, что было. Наверное, мне тогда показалось. Ладно. Бежим до дома. В домике сохраняемся и заканчиваем. Блять, ну, зацепись. Удот. Меня это очень сильно сейчас вымораживает, херня. Всех, походу, рядовых врагов можно не убивать, а просто обойти. Просто, например, вот этот, блин. Так как до хера было. Кого мог обойти. И кого можно убить, даже не приложив усилий. Изи убийство легчайшее. Тихоря подошел в спину, резанул несколько раз. И добил. Вам погнали. Даже так? Фух, убита. Манает, что с храмом. Ой, я этот уничтожил. Туман. Жопа. Да? Вот так все выглядит сейчас. Вот тут раньше этого тоже не было. Прохода. Дрожи. Так, ладно, туда я не пойду. Походу из-за тумана у меня все закрыто было. Фуй. Что это за глюки такие? Бац, появляется. Тяжелый кошелек. Короче, я понял, что это просто огромное кладбище. Давайте тут быстро прошмыгаю, посмотрю, что как. Ну, петухи все равно остались. Там все равно этот дух стоит, это видно. Я уже очень стар, но хотелось бы видеть, как Будда вернется в свой храм. Вот а он Херовина, их очень тяжело убивать. Ну как, не тяжело, они просто жесткие. Их лучше потом все делать с ними. Все, да, больше тут ничего нету. Только кошелек можно было вытащить с него. Ну, кошелек с ямы. Мы же тогда ничего вообще не видели. Видели все в старых цветах. Ну, погнали, короче, вниз, посмотрим. Ну, хотя бы до этого.
до сейва дойдем. Я буду до сейва. Опа, я вижу сейв. Вижу фонарики. Круто. Круто. Так, и запишу кривое дерево. Почти убило меня. Интересно, куда это я иду хотя бы. Так, я вижу речку, по которой могу поплыть. О, я вижу торговца. Отдохнуть. Вот здесь я могу семечку уже точно получить. Ну что у тебя есть на продажу? У него есть ух ты! Пёстро-пурпурная фляга. Пёстро-пурпурная фляга с лекарством. При отдыхе запас лекарства во фляге пополняется... Так, пополняется. Лекарство снижает скорость накопления статуса страха и повышает сопротивление ему. Такими изгнанными флягами используют те, кто проводит жизнь на кладбищах. Так, полях недавних сражений и прочих местах, где царит смерть. Логично, что... глоток из пурпурной фляги помогает оттянуть страх. 1800. Угу. Саке, драконий источник. Бутылка кристально чистой саке. Саке нужно пить в компании. Происходящее с саке, сваренное мастером Асина на воде из драконьего источника. Чистая вода позволяет извлечь все оттенки вкуса из лучшей риса Асина. Аромат этого саке не описывать словами. Чтобы понять напиток, нужно попробовать лично. Я за то, чтобы сейчас флягу купить. 1800. В принципе, у меня есть эти деньги. Продать предметы. Продать предметы. Сколько у них? А, у них 3, ни хрена. Давайте тогда... Мне легче вот эти потратить, чем те. Так, мне нужно 1800. А, даже так. Тогда мне нужно... Сколько мне нужно? Подождите. Мне легче сделать так. Раз. И 1100 мне нужно вот так. Так, теперь купить предметы. Ляга. Окей. Хорошо. Можно чешуйки еще купить. Чешуйки, драгоценная чешуя. Давайте купим, наверное, тоже. Косарь. Купить предмет. Не, продать мне нужно. Продать. Раз купить предмет. Все, на этом, короче, где покой, там и наша бла 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 хи-хи-хи. Давайте тогда, я вижу, там что-то есть и там что-то есть. Мы с вами отдыхаем, я беру эту флягу, поставлю вместо дрожжи. Это все равно бесконечно работает. Безграничная фляга. Все, отлично. Поэтому на этом мы с вами, ребята, и заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.